Bulletstorm во многом не похож на современные боевики от первого лица. Epic Games и People Can Fly не пытаются удивить эффектными взрывами и неожиданными ракурсами, но зато создали уникальную игровую механику. В их умелых руках популярный жанр переживает вторую молодость. Начало Bulletstorm не особенно оригинально. Главный герой Грейсон Хант упражняется в стрельбе по бутылочкам, нападает на циклопических размеров космический корабль, терпит крушение и вспоминает о темных эпизодах своего прошлого. Спустя 5 минут пафосная космическая опера резко обрывается. Несколько драматических сцен уносят жизни смелых пиратов быстрее, чем гибли неудачники в «Чужом». В итоге мы оказываемся на далекой планете, напоминающей покинутый Лас-Вегас посреди тропического рая. В руках герой сжимает старенькую винтовку, а за спиной стоит верный друг, переживший страшное превращение в киборга. Так незамысловато и могло продолжаться путешествие по просторам Bulletstorm, если бы Хант не нашел удивительный энергетический хлыст. Это главное орудие войск Конфедерации, с руководством которой у Грейсона старые счеты. С помощью кнута главный герой может хватать врагов, устраивать локальные землетрясения, передвигать тяжелые предметы и подбирать оружие. Кроме того, хлыст можно подключить к компьютерной системе Конфедерации. Направив космический челнок в чрево гигантского крейсера, Грейсон хорошенько его потрепал. И пока гордость флота преодолевала слои атмосферы далекой планеты, с ее борта на Землю сыпались контейнеры. Их можно открывать хлыстом, чтобы подобрать новое оружие и улучшение к ним. Развитие боевых навыков требует специальных очков, которые начисляются за убийство врагов. Тут всплывает забавный нюанс. Чем красочнее расправа, тем больше очков она принесет. Простое шпигование противника пулями даст от силы 10 баллов за труп. Чтобы получить больше, дайте волю воображению. Уровни Bulletstorm полны грозных предметов и декораций. Вящей эффектности казни служат 2 базовых оружия Грейсона — широкая подошва и энергетический хлыст. Пинком враг подбрасывается в воздух, а хлыст подтягивает его поближе к Ханту. При этом противник оказывается под воздействием какого-то загадочного стазис-поля, замедляющего полет. Пока он летит, с ним можно делать что угодно. Остальное действо при этом не останавливается. Вокруг взрываются бочки с горючим, рушатся здания и вылезают новые монстры, а подсвеченный бедолага уныло дрейфует по воздуху. Его можно толкнуть навстречу гигантским кактусам, сбросить со скалы или поджарить на оголенных проводах. Иногда можно совершать куда более изощренные убийства. Давить лифтом, рвать на ленточки шестиствольным пулеметом или насаживать на металлические штыри. На удивление интересно изучать уровни и встроенную энциклопедию в поисках новых способов расправы. Больше всего очков дают за массовые убийства, поэтому почаще взрывайте бочки и крушите здания, чтобы одним махом уложить с полдюжины дикарей. Не стоит забывать и об оружии. Разработчики подошли к созданию арсенала с большой фантазией, и в нем нашлось место самым дьявольским пушкам. Скажем, гранатомету, стреляющему скрепленными цепью снарядами, а также дрели и снайперской винтовки, патронами к которой можно управлять. Каждый ствол можно улучшить и открыть альтернативные режимы стрельбы. К примеру, 4-ствольный дробовик сможет выпускать огненные патроны, а огромная мобильная пушка научится стрелять подпрыгивающим ядром, которое можно пнуть в сторону толпы врагов. Обилие патронов и разнообразие возможностей Ханта, который компенсирует прыжки под катами, делает схватки довольно легкими. Игра достаточно проста. Даже на высоком уровне сложности вы не встретите серьезного сопротивления. Большинство врагов в Bulletstorm можно одолеть одними пинками. Лишь редкие боссы представляют хоть какую-то угрозу жизни Грейсона. Помимо кровожадности, Bulletstorm может похвастаться неплохим юмором. Распахнутая ногой калитка бьет героя по носу, огромный монстр валится в чан с кислотой по собственной глупости. Мини-боссу с дымящимся пулеметом можно устроить колоноскопию свинцом. Сценаристам удалось виртуозно соединить реальную драму, неожиданную историю, замечательных персонажей и здоровую долю иронии. Здесь всегда интересно, что ждет нас после очередного экрана загрузки. Хотя в первую очередь Bulletstorm — одиночное приключение, в игре есть кооперативный режим. Основная борьба ведется за баллы, и чем лучше члены команды взаимодействуют, тем больше очков они заработают. Впрочем, совместные драки все равно слишком хаотичны. Игроки постоянно тянут одеяло на себя, из-за чего в финале все равно остаются ни с чем. В игру встроена система постепенного возмужания главного героя. После успешных матчей аватару зачисляются новые уровни и предоставляется доступ к новой одежде. В
Внешне Bulletstorm почти так же хороша, как ее игровой процесс. Страсть к гигантизму и ювелирная работа с деталями позволила авторам спроектировать очень яркие и масштабные уровни. Bulletstorm способна увлечь в головокружительном танце войны даже самых миролюбивых. Обойдя стороной это обаятельное безумие, игрок, уставший от динамичных, но однообразных голливудских забегов Call of Duty, потеряет преступно много.